Новый премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе должен представить обновленный состав правительства страны. В предыдущем наших земляков было двое – Александр Новак и Михаил Катюков. Оба начинали работать в Красноярском крае. Новак был председателем правительства, Катюков – министром финансов и вице-премьером. С 2012-го их карьера вышла на федеральный уровень. Эксперты пока осторожны в прогнозах, однако некоторые уверены, шансы на министерское кресло однозначно высоки у Александра Новака. За годы работы в правительстве он занял ключевую роль во многих процессах, например, в урегулировании конфликта с той же Украиной. Именно поэтому, говорят специалисты, возможно, даже пойдет на повышение. Что касается Михаила Катюкова, ну, он принадлежит блоку, который вообще-то подвергается достаточно серьезной критике в нашем обществе. Много проблем, в том числе и в науке, и в высшем образовании. Но надо понимать, что практически за любой фигурой в правительстве стоят очень мощные элитные кланы. И во многом речь идет даже не о каких-то персоналях, а вопрос идет о согласовании интересов вот этих элитных кланов. Другие эксперты высказывают мнение, что для города и края в целом лучше, чтобы как можно больше людей из регионов работали в разных органах власти, в том числе и в правительстве. Много людей красноярского происхождения было там за последние полвека и даже дольше. И всегда это было полезно для края. Поэтому и сейчас желательно, конечно, чтобы чем больше будет людей красноярского происхождения. Конечно, они разные, эти люди, возможности у них разные, и личные качества разные. Но, тем не менее, само по себе это хорошо.